приветствую вас. Это музыкальный урок. Мы уже выучили с вами хореографию, небольшой кусочек. Сейчас я вам покажу под музыку, и мы вместе потанцуем. Но важно, что здесь оба урока вместе. Потому что кусочек такой неразрывный, сложно его как-то ловить посередине. Поэтому я работаю сразу по двум кусочкам, хорошо? Если вы учили только один, ловите сами, ладно? Первый раз показываю. Песня вообще сказочная. Это любовь, утро, пижамка, носочки. Такая прелесть. Я сниму видео, вы увидите скоро. Но я надеюсь, что скоро. Вообще кайф. Сейчас. Thank you.
разочек, если у вас получилось вступить, попробуйте обратить внимание на ключевые цики и звуки, на которые я попадаю руками и ногами. И мы сейчас их разберем. А потом мелодия начинает так. Пишите мне, заказывайте что-нибудь. У меня куча всяких идей. Постараюсь сделать для вас много-много всего интересного.